В стране чествуют сотрудников ГИБДД. 3 июля стражи порядка на дорогах отмечают свой профессиональный праздник. В честь 84-й годовщины со дня образования службы в Люберецкой госавтоинспекции прошло торжественное собрание. Профессиональный праздник для сотрудников ГИБДД всегда рабочий день. Единственное, что отличает его от всех остальных – парадная форма и торжественное собрание перед заступлением на службу. Люберецкая государственная инспекция имеет сложившиеся традиции. Много исторических, можно сказать, случаев и в организации работы, и характерных задержаниях. Профессионально реагируем на изменения любой и оперативной, и дорожной обстановки. Последние 3 месяца работы госавтоинспекторов как никогда доказали это. В разгар эпидемии они несли службу в усиленном режиме, круглосуточно находились на блокпостах. Поэтому все поздравления в этот профессиональный праздник начинаются с пожеланий здоровья. Мы искренне желаем, чтобы на всех фронтах вам улыбалась жизнь, счастье, благополучие, чтобы вирус обходили стороной. Спасибо за вашу службу, за вашу работу. Работа в ГИБДД нелегка всегда, независимо от эпидемий. Игорь Родионов знает об этом не понаслышке, при погонах уже 27 лет. Но, несмотря на все трудности, не пожалел, что выбрал именно этот путь. Мне нравилась всегда данная профессия. Я хотел всегда служить народу, помогать им, водителям, добиться от водителей, чтобы они соблюдали правила транспортного движения. Вот это самое сложное. Но хотя в последнее время более стали дисциплинированные водители. Игоря Родионова наградили знаком отличия городского округа Люберцы за службу и доблесть. Такую же награду в честь праздника получили еще 8 его коллег. Остальных виновников торжества также отметили благодарственными письмами и памятными подарками. А сразу после собрания офицеры приступили к своей главной миссии – служить России. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.